Утренний поезд номер 6373 Токари-Петрозаводск ходить будет, пока. Об этом республиканским властям, хоть и не без труда, но все же удалось договориться с железнодорожниками. Компромисс был достигнут вчера, после двухчасовых переговоров. Правда, соглашение это временное, и как долго оно продействует, пока непонятно. Конфликт вроде бы как приостановлен, значит, но до завершения еще его, мне кажется, далеко. Исполняющий обязанности начальника Петрозаводского отделения Сергей Павлов заверил нас, что поезд в Токари ходил и ходить будет. Сергей Алексеевич считает, что вообще весь сыр-бор вокруг отмены поезда разгорелся исключительно потому, что некоторые политики, ощущая приближение выборов, решили напомнить избирателям о своем существовании. Я очень прошу наших жителей не поддаваться на эти провокации. Тут, скорее всего, составляющая, значит, нашей бесхозяйственности, чем политическая. Около полутысячи жителей республики каждое утро прибывают на поезде номер 6373 в столицу и вечером отправляются обратно. Кто-то из них работает в городе, кто-то приезжает по другим делам. В Петрозаводске находятся органы районной власти и Прионежская поликлиника. Некоторые населенные пункты Прионежья вообще с городом связывает только железная дорога. Кроме того, это самый надежный и наиболее доступный вид транспорта. Железнодорожники пригрозили отменить поезд, надеясь получить из республиканского бюджета компенсацию за провоз льготников. При этом сама Октябрьская железная дорога задолжала Карелии налогов на гораздо большую сумму. Интересно, что, желая повысить свою рентабельность, транспортники решили избавиться лишь от одного из двух поездов Петрозаводск-Токари. Причем почему-то именно от того, который наиболее удобен для жителей Прионежского района. Переговоры о судьбе злополучного поезда и долгов железной дороги продолжатся на следующей неделе в правительстве.